Буквально через несколько секунд водитель серебристой «Волги» спровоцирует крупную аварию. ДТП произошло в субботу днем на улице Павла Большевикова. Водитель «Волги» даже не попытался затормозить, приближаясь к затору. Результатом этого стал так называемый эффект домино. «Волга» врезалась в «Жигули» «Копейку», «Копейка» в «Приору», «Приор» в «Калину». В результате пострадали два человека – сам водитель «Волги» и пассажирка «Копейки». А на проезжей части образовался серьезный затор. Позже выяснилось, что лихач на «Волге» находился в состоянии алкогольного опьянения. На водителя автомобиля «Волга» составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8. Это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение предусмотрено лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. А также по статье 12.37 части 2. Это управление транспортным средством без полиса ОСАГО. То есть водителю придется возмещать ущерб владельцам транспортных средств, которые он причинил, из собственного кармана.